Пицца нужит дали абула бугуха, тиде хат адвиган заманалда, шаб нужит сатезе бугуха данди хал явунани. Там годик они бабушки собираются и здесь шукают там. Вот как раз о таких лицемерах предупреждал еще в 98 году. Ровно противоположное решению муфтия, когда уносит, это предательство, это подло, это как минимум. Когда говорит, лжет. Кто? Мунафик. Муфтият, говорит, делает омолаживание имаму. А что ты хотел вообще? Таких людей вот с этим стулом вместе надо выносить. Там уже у него играет я. Парень с улицы подошел, там, да, вот вы там, муфтият, это так делает, те сяк делают. Ты реально переживаешь? Я тебе организую встречу. Вынося любые решения, он ни грамм из рамок шариата не уходит. Там даже голос слышно в этом, в этой записи. Ни одного голоса против Ахмада нет.